Супруга, которая не могла найти своего мужа с середины апреля, сообщила, что он погиб. Его тело обнаружили в Красноармейском районе в озере Мыркай. Напомним, мужчина отправился на рыбалку и больше домой не вернулся. Сотрудники полиции к Алие Бакулиной пришли в тот же день и рассказали о том, что возле озера Мыркай обнаружили автомобиль, а на середине водоема – лодку. И я уже позвонила сама лично в дежурную часть, поселок Мяское, чтобы уточнить детали. По деталям мне сказали, что обнаружили пустую машину и пустую лодку. Ну и, собственно, выразили мне соболезнования. Но женщина в это не верила до последнего. Говорила, раз тело не нашли, значит, ее муж жив. Но 11 мая его мертвым извлекли из воды. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.